Судя по линии электропередач, можно ориентироваться, где находится маяк. Что ЛЭП идет только до маяка. Вот он мыс. Вот он мыс. А вот маяк. Вон дорога. Тут типа дорожка, не дорожка, но пореже. А все тоже. Просто старое строение. Остатки. Очень старое строение. Где-то в глубинах полуострова Гамма. Гудит. Там же радар запутал. Облучение. Вот он. Вот он тот маяк. Где? Вот внизу. Вот так надо. Вот так. По которой давно не проезжал никто. Написано БП-5. Где ж нормальная дорога до маяка? Так дороги вообще не видно. Идем на маяк Гаммов.
улица Теляковского. Мы уже подходим к маяку Гамов. Все заросло могильными соснами. И... маяк на мысе Гамов. Это камень, скала. Маяк Гамов. О, какая старая кладка. Начало 20-го, конца 19 века. Вот это вот явно очень-очень старая кладка. А вот этот разрушенный. Старый маяк на мысе. А? Что? Да мы вообще... на маяк просто так не посмотрим. А экскурсия на него проводим. Дорога к маяку Гамов. Это дорога к маяку Гамов. Это вот близлежащие бухты. Гора Туманная. А это шлагбаум, проезд к верхнему радару. Вот еще одна часть. Закрытым проездом. Налево это дорога на маяк. Возвращаемся обратно.